Всеобщая история древнего мира. Пятый класс. Вегасин. Параграф 11. Искусство древнего Египта. Первое из чудес света. На западном берегу Нила возвышаются величественные каменные пирамиды. Это огромные гробницы фараонов. Их охраняет большой сфинкс, высеченный из целой скалы. У него тело льва и голова человека. Самая высокая пирамида фараона Хеопса была построена около 2600 года до нашей эры. Ее высота почти 150 метров. Это высота дома в 50 этажей. Чтобы обойти ее кругом, нужно прошагать целый километр. Семь самых знаменитых сооружений в старину называли чудесами света, и первые из них – египетские пирамиды. Многие путешественники стремились повидать их. Действительно, только чудом можно назвать строительство пирамид в глубокой древности, когда еще не было даже железных орудий труда. На строительстве пирамид постоянно трудилось множество каменотесов и других ремесленников, но особенно много людей требовалось для того, чтобы тащить тяжелые камни. Древнегреческий историк Геродот рассказывает, что 100 тысяч человек выполняли эту работу непрерывно, сменяясь каждые 3 месяца. Для сооружения пирамиды требовались годы, а иногда и десятилетия. Народ изнемогал от непосильного труда и тех лишений, на которые обрекали его фараоны. Храмы. Жилище богов. Знаменитые другие сооружения – храмы. Подойдем к одному из них. Будто стража вдоль дороги, ведущей к храму, 2 ряда сфинксов. По обе стороны ворот возвышаются массивные башни, украшенные рельефами. Перед ними высечена из гранита огромная фигура фараона, восседающего на троне. У входа стоят обелиски – каменные иглы фараонов. Их остроконечные вершины, покрытые солнцем, ослепительно сверкают в солнечных лучах. За воротами широкий двор, окруженный колоннами. Из двора виден огромный крытый зал с рядами колонн, похожих на связки стеблей папируса. Высоко вверх возносятся их могучие стволы. Робеет человек среди этих каменных исполинов. Трепещет его сердце при мысли о могуществе и величии богов. За главным залом в глубине храма находится самое скрытое и таинственное помещение. Только жрецы и фараон вправе проникнуть туда, где стоит статуя бога, хозяина храма. В дни праздников в честь бога жрецы на плечах выносили его статую во двор храма, где их встречали толпы народа. Затем процессия медленно двигалась к реке и поднималась на корабль. Бог плыл по Нилу, как бы посещая других богов в их жилищах-храмах. По завершении празднества статую возвращали на место в глубину храма. Гробница фараона Тутанхамона. Во 2-м тысячелетии до нашей эры египтяне перестали строить пирамиды. Они хранили своих фараонов в помещениях, вырубленных в скалах. За века и тысячелетия, прошедшие со времен фараонов, их погребения были разграблены. Лишь одну гробницу археологи нашли нетронутой. Велико было их волнение, когда, спустившись в подземелье, они заметили, что печать фараона на дверях цела. Никто не входил сюда более 3000 лет. Все сокровища остались на месте. Посреди первой комнаты стоял трон, на звериных лапах, покрытый золотом, украшенный слоновой костью и разноцветными камнями. Здесь же были 100 предметов – мебель, вазы из полупрозрачного камня, оружие и драгоценности. В главной комнате находился каменный саркофаг, а в нем 2-й саркофаг, во 2-м – 3-й. Лишь в последнем, 4-м саркофаге из чистого золота покоилась мумия юного фараона Тутанхамона. Пойдемте в музей. В гробницах, храмах, при раскопках древних городов Египта найдено множество прекрасных произведений искусства. Они собраны в разных музеях мира. В зале музея вы сразу догадаетесь, что вас окружают вещи, привезенные из Египта. В чем же особенности работы древнеегипетских мастеров? Создавая каменные статуи, скульптор соблюдал особые правила. Вот как восседает вельможа. Его ноги сомкнуты, одна рука прижата к груди, другая к коленям. Это неестественная поза живого человека. Фараоны, вельможи и боги изображены так, словно они заколдованы. Вперед устремлены их взгляды, в одинаковой позе застыли их тела. Были и другие правила. Мужчин изображали с кожей темного цвета, а женщин – светлого. Фигуры богов всегда большого роста. Фараон обычно гораздо выше своих вельмож. Простые люди в сравнении с фараоном совсем маленькие. А вот каким правилам следовали египетские скульпторы при изображении человека на рельефах. На стене гробницы фигура вельможи. Верхняя часть его тела, плечи, руки выглядят так, будто мы смотрим на него спереди. А ноги, будто мы смотрим сбоку. Голова тоже повернута к нам боком, но глаза изображены так, словно мы глядим человеку прямо в лицо. По
Большинство статуй находилось в гробницах. Статуя должна была быть похожей на покойного, чтобы душа ее узнала и вселилась в нее, если мумия почему-либо сохранилась. Поэтому египтяне придавали большое значение портретному сходству. В Москве вы можете посетить музей изобразительных искусств, в Санкт-Петербурге – музей Эрмитаж. Там вы увидите египетские мумии и саркофаги, статуи богов и фараонов.